Башкортостан сохранил позиции в десятке регионов по числу физлиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже. Их в республике насчитывается 1 100 000, что на 50 тысяч больше, чем месяцем ранее. Лидирует Москва с показателем почти 3 миллиона, а также Московская область и Санкт-Петербург. По количеству открытых индивидуальных инвестиционных счетов Башкортостан на 6-м месте, без малого 182 тысячи. Суммарный объем вложений на фондовом рынке Мосбиржи в апреле стал максимальным в этом году и составил 94 миллиарда 700 миллионов рублей. В основном средства направляли в облигации. Эксперты связывают это с высокими ставками и повышенным интересом к инструментам с фиксированной доходностью. На рынке акций также наблюдался рост индекса. Наибольшее внимание инвесторы проявляли к дивидендным акциям и бумагам дебютантов, компаниям, которые недавно провели IPO. Во-первых, это объясняется психологией, к новым именам всегда повышенный интерес, ажиотаж вокруг новых имен. А второй момент – это в большинстве своем акции роста, и инвесторы рассчитывают на хороший рост выручки, прибыли таких компаний, новичков рынка, и поэтому проявляют к ним повышенную любознательность. И третий момент, это может быть еще и спекулятивный фактор, потому что по многим новым бумагам наблюдается довольно низкий free float, количество акций в свободном обращении низкое, и, соответственно, стоимость таких бумаг легче сдвинуть с места, они ярче реагируют на какие-то корпоративные события, на новости, и в целом более волатильные. Сейчас на рынке наблюдается коррекция, но после майских праздников эксперты ожидают очередную волну роста. Его простимулирует дивидендный сезон. Инвесторы смогут реинвестировать полученные средства.